В семье Баран назревает отличное событие, и это свадьба. Сюре говорит Гёзде, что ее появление не затронет их отношения с мужем. Однако ей будет непросто простить Фарука и принять данную ситуацию. Адем ускоряет процесс, и Гёзде заключает контракт с компанией. А Фикрет тем образом узнает про связь между Гёзде и Фаруком. Ему понравилось то, что и Фарук может совершать некие ошибки. Сирен узнает, что Баш собирается обобрать ее, она решает развестись с ним. Идет полным ходом подготовка к свадьбе. Посмотреть очередную 52-ю серию турецкого сериала «Невеста Истамбула» вы сможете после 1 июня.